Всем привет, друзья, с вами Влад Шима, и мы продолжаем с вами мистера Трагера, ну, точнее, то, что от него осталось, а это миссия, которая называется «Откройте две заслонки», что-то такое. Ой, я забыл, точно, там же толстый чел. Сейчас мы заодно посмотрим, куда оно пойдет, это чудо. Там у него кто-то висит, жена, наверное. Ты что, сюда идешь прям, что ли? Минуту. А, ну он не видит меня, даже в свету, смотрите. То есть настолько туп, что ты вообще не видишь в принципе, да, меня? Блять, я думал, он сюда идет. Я уже хотел дернуть. Дернуть хотел назад. Где эта женщина, блять? Большая. Куда она делась? Ну окей. Присядь-ка. Он там что-то выламывает, блядь. Куда он зашел? Сюда? Куда он зашел? Сюда, нет? Видимо, нет. Мало ли. О, отлично, рычажок. Одна заслонка повернута. Он сейчас придет чекать, потому что заслонки, когда поворачиваешь, они всегда приходят и чекают. По-моему, так это было. Я сейчас почую вот эти вот звуки цепей по-любому. Он уже где-то там, рядом, за дверью. Дверь я закрыл, чтобы для того, чтобы он ее выломал. Чтобы мне было понятно, что он уже здесь. Вот оно, дыхание его. Выламывай дверь. Вот он идет. У него просто есть смертельные удары у этого чела. Он может захерачить как следует. Поэтому я не хочу сейчас нарваться сильно на него. То есть не зайдет, да? То есть настолько, да, охеревший? Что не зайдет. Ты где там? Где этот повар ходит? Давайте заныкаемся пока сюда тогда. Тут я его хотя бы буду уже видеть. Отлично, вот он. Куда же эта сучка пройдет, интересно? Прям безумно интересно. Куда ж ты пойдешь дальше, падаль? Назад. А, то есть тебе, в принципе, на эту дверь насрать, да? Но это мне очень сильно облегчает задачу, если уж на то пошло, братан. Ты не представляешь, как. Вот где он? Ой, блядь. Вон он, ебануться. Так, что тут есть? Ничего тут нету. Где он? Куда он делся? Вон он, ага, окей, я понял. Хорошо, я понимаю, я все понимаю. Все замечательно, все хорошо. Так, вроде мне сюда, по-моему, сюда. Так, хорошо. По-моему, сюда я точно... Подожди. Или не сюда? Ч
Чё-то я немного не вканил. А куда мне? Так, минуту. Тут пожар, который надо ликвидировать. Подожди. То есть мне не сюда. Окей. Вон он ходит. Так, я немного сейчас запутался. Так, минуту. Что не так? То есть он здесь ходит? Чё-то я немного не понял. Ебануться, блядь! Ебать его в рот, блядь! Это вообще начало! Я, блядь, запутался! Ебать его в уши, блядь! Заходи быстрее, конь, блядь! Охереть, я запутался сейчас, а! Нифига себе он лох, блядь. Да нет, он не лох, как раз таки. Он аж до туда доходит, нихера себе. Он может доходить до тудова, блядь, как? Это невозможно. Он ушел? Агрошкольник этот, блядь, огромный. Где он, нахуй? Ебать! Ну и жесть. Хуя он меня угнал, блядь. Я же запутался, где я. Где оно ходит, это чмо? Окей. Сюда можно взойти тоже почему-то. Тут парни какие-то моются. Вон я вижу. Ты ведь хорошо себя ведешь. Давай я тебя вымоем. Нет, я обойдусь, чувак. Мой друга своего. Пидора, блядь. Так, окей. Второй рычаг. О, блядь. Все было настолько просто, что ли? Ну ладно. Нет-нет, мойтесь сами, пацаны, мне не надо мыться с вами. Так, окей. Сейчас на этого повара не попасться бы, блядь, большого. Это будет не весело вообще. Блядь, повар тут. Ныкайся. Пусть поваренок уйдет далеко-далеко. Бля, повар сюда идет, это плохо. Давай сделаем так. А, он меня не видит, в принципе, да? Бляха, чё ж ты сюда идешь-то тогда? Сейчас мы заодно и посмотрим, куда оно... Да стой ты, блядь, куда ж ты двигаешься? Да ты много поворачиваешься не туда, чувак, иди прямо, просто иди прямо и все. Не надо идти в ту дверь, не надо, ты туда долго смотрел, но туда идти тебе не надо. Отлично. Потому что туда идти надо мне. Как ни крути, братан, туда надо идти мне. Вот где он сейчас? Вон он стоит. Чё ты там встал, сука, уходи. Только назад не иди, главное.
Иди куда-нибудь туда. Ты ж кругами ходишь. Иди туда, направо. Отлично. Давай, 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 давай. Быстрее, быстрее, пока эта хуйня круг не сделала. Давай. Как нахуй? Как нахуй? Объясните, как нахуй он это сделал? Как, блядь? Иди нахуй. Я что-то не сделал. Я что-то не сделал, я не нажал где-то что-то. Блять, я не нажал этот ебучий рычаг еще, сука, я забыл. Этот поваренок ушел отсюда? Он услышал этот по-любому звук, и сейчас он придет чекать нахуй. Блять, тут шкаф один. Да ну нахуй! Ебать его в рот, блять! Пошел нахуй! Повар, блядь, ебучий. Двигай. Я ебанусь. Давай, давай, давай. Это пиздец. Вот это напряжение, блядь, было, а. Вот это он вообще сейчас напряг меня, блядь. Жесткий долбоеб. Так, хорошо. Фу, пиздос. Да ёб твою мать. Ух. Офигеть, меня еще так назад повело, блядь. Чего, блядь? А, надо было отмахнуться от него, сука. Ладно. Почему именно тут? Почему именно тут меня... А, типа, я нажал и сохранение сработало. Ну, окей. Жесть какая-то, блядь. Сейчас это чмо вылезет, давай. Давай, пни ты его уже, блядь. Дурачок какой-то. Чё ты пиздуй, ух ты. Из кого-то гарнир хотели сделать, судя по всему. Но не получилось немножко. Прям самую малость. Пиздец, вот этот поваренок жесткий, тип. Я в шоке. Он какой-то реально жесткий и лютый. Шахта лифта. Шахта лифта, блядь. Шахта лифта сломана. Так, окей. Но мне на улицу, судя по всему, уже. Все с концами я. Что это за звуки, блядь? Так, окей. Да ладно, можно чекнуть эту комнатку. О, паренек, здорово. Как дела у тебя? Хорошо, говорит. Ладно. Экзит. Ну, заебись. А, найдите отца Мартина. Почему он все время от меня... Ух, нихуя. Почему он все время от меня уходит, отец Мартина этот? Отец Мартин. Ну, вон какое-то дупло открыто. Значит, мне сюда. Закрыто, серьезно? А чё надо-то найти? А, окей. Тут открыта дверь. Отлично. И чё, тут что-то есть? Батарейка. И всё? Ключ. Окей. Так, а ключ... Ну... Воу, Валеридер пришел. Смотрите, черный дым уже летает. Вот он, передо мной прям. Окей. Давай открывай дверь. Дверцу открывай. Ключик применяй. Закрывай ее.
Так, окей, мне сюда. Валеридов, привет, как твои дела? Заканчивая с этой хуйней. Напряжная музыка — это всегда хорошо. Но ты с этой хуйней заканчивай, братишка. Оно, конечно, все смешно, классно. Но не всегда. Так, залази. Ух, как громыхает-то на улице. Как на улице-то громыхает, бляха. Ты смотри. Так. А мне-то куда? Ох, нихуя, я чуть не сбросился, смотри-ка. Так, что у нас тут есть? Что у нас есть? У нас есть с вами сюда идти. Ну, прыгай давай. Спортсмен же. Так, хорошо. Тебя можно скинуть, братан? Полетишь? Чувак сидит, курит что-то, я не знаю. Странный он какой-то. Прям на карнизе засел такой. Так, окей, мне сюда. Хорошо. Ну, путь виден более-менее. Да ладно, серьезно, по отступу. Перезарядись, чувак. Я ж тебе уже сказал перезарядиться, что ты такой? Так, хорошо. Аккуратненько иди тут, сучка. Так, отлично. Ну, бляха, аж туда надо прыгнуть будет. Ну, давай попробуем. С разгончика. Красавчик. Мега-спортсмен. Окей. Закрыто, да? Окей. Так, а куда идти-то? А, вот сюда. Братан, как ты? Закрыта дверь. А почему закрыта? Должен быть где-то ключ? Или что? Возможно, должен быть где-то ключик. Но где? Ну, сюда, да, надо, правильно же? Что-то он застревает, короче. Вот. Вот так надо было. А чё лагаешь-то? Блять, что ты лагаешь-то в этом месте? Подгрузилось что-то? А, сохранение прошло и пролагнуло, нихера себе. Тут сохранение. Нужно выбраться, кто-то крикнул. А, это, по-моему, написалось тоже что-то там внизу. Я вижу его духа. Писалось внизу, нужно выбраться. По-моему, он это сказал. Я что-то не прочитал. Я вижу его духа. Бля, почему я должен батарейки забирать именно там, где чувак сыт просто? Бля, он на мешок с мусором, походу, теребонькишь. Это пиздос. Так, ладно. Теребонькой. Не будем тебе мешать. На мешок с мусором, оно, наверное, ощущения, конечно, охуенные. То есть мне сюда. Да, сохранение прошло. А чё там такое-то? Блять, опять поваренок, что ли? Ебать, точно, вот он. Пиздец. Вот его я сейчас вообще тут не ждал. Бляха, вот эту тварь я точно тут не ждал сейчас увидеть. Мне сюда? Блять, а куда мне-то? Тут можно по карнизу что-то вот идти. И все, и застрять в трубе. А что делать мне-то? А, то есть по карнизу я могу пойти все же, да? Куда же мне надо зайти-то?
А, окей. Бля, сколько тут лабиринтов, всего вот этого говна. Ебать ты ёбнутый. Сохранение прошло. А поваренок? А поваренок где? Он тут? Вон там что-то горит, мне туда. О, пиздец! Вот это я вообще, блядь, не ожидал. Жирное гондонство, блядь. Иди нахуй! Блядь, какой ты, сука, охуевший, блядь. Все-таки человек, я тебе скажу, братан. Охуеннейший прям парень. Так, отлично. Все, я скрылся. Все, чувак, все, 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 мистер. Мартин в женском отделении написали? Мартин-то шкодник, блядь, как оказалось. Он еще и в женское отделение уже успел съебаться. Так, молодец. Пацаны. Обугленные, как дела? Все ли у вас хорошо? Судя по всему, у вас все очень замечательно. Так. Особенно вот у тебя вообще. Грамотно, охуенно у тебя все. Так. Так, это вообще какой-то бесполезный выход-заход, блядь. Так, о, батарейка. Ну-ка. По-моему, я не в тот забор вообще залез. Так, окей. Ну-ка, камеру верни на место. Так. То есть вот сюда я могу зайти просто сейчас? Как нет? Как это нет, блядь? Как нет? Как нет, блядь? А куда мне? А. Вот так это делается. Отец Мартин в женском отделении, ты тут? Ты видел Ван Ридера? Ты начинаешь понимать. Но еще не все. Даже Аврааму приходилось бросать взгляд на землю. Но скоро, скоро сюда... Все тайное станет явным. Пиздец, так ладно. Revelation, Revelation. Assassin's Creed, что ли? Чувак, здорово. Тебе очень классно. Батареечку, да? Возьму? Хорошо? Отлично. Ох, блядь, опять эти вот ходы и выходы, сука. Как оно все жестко тут, а? Как все оно тут жестко-то, блядь? Ебанулся, что ли, чувачок? С головой не дружишь, блядь, так. Авраамы, блядь. Авраамы, Авраамы. Чё там за хуйня случилась? Так, мне сюда. Ван Ридер какую-то пиздятину варит здесь, в кастрюльке, окей. Видимо, мы потом будем это есть. Так, ладно. Пиздец. Какая-то пиздятина готовится в кастрюльке, судя по всему. Так, мне сюда надо. Что здесь у нас есть? Нихуя? Нишуя? Окей, ладно, допустим. Нишуя. У кого-то пизданул пердак. Слышали? У кого-то очко взорвалось только что. Так, окей. Там кто-то идет, что ли? Нет. Это просто показалось. Это показалось, ребята, что у кого-то взорвался пердачело. Так, окей. У кого-то он знатно подорвался. Пердачок. Очень сильно подорвался пердак. Так, документы я вам покажу. Вы их прочтете. Ван Ридер и ночные кошмары. Так, окей.
Волрайдер! Волрайдер! Поднимайся, блядь. Так, окей. Охуенно. Самое место, самое время подняться куда-то, блядь. Так, хорошо. Так, а куда мне тогда? В какой проход? Эмбарго нет. Эмбарго, блядь, на проход, прикинь. Да ладно тебе, блядь. Пусти уж уже. Чё, прям реально не будешь пускать? Ну, заходи ко мне. Ну, пойдем. А, ты не видишь, блядь. Иди сюда. На свету увидишь? Иди сюда, блядь. Гаврил, блядь. Ну ты же меня видишь, Гаврил. Иди нахуй, блядь. Ну и думаю, это с этим все хватит, блядь. Чувак, все, он там останется. Он же не будет за мной идти. Ну и все. Прекрасно. И что, мне типа сюда и надо было, что ли? Ну давай попробуем. Отлично. Блять, фейерверки эти заебали запускать. Так, тихо. С этими, блять, салютиками своими. Так, хорошо. Окей. Линейность и люблю. Линейность это классно. Ты почти на месте. Можешь послать меня нахуй. Иди нахуй. Просто иди нахуй, чувак. Почему ты постоянно убегаешь? Почему ты не можешь просто, блядь, зайти и сказать: я тут, братан. Не надо меня больше искать. А, тут пожар был. Я понял. Очень страшное пожарное место, блядь, тут было. Так. Ну все, все, перезаряжайся, братан, ладно. Не плачь только. Так, окей, ключ. А, для желобов в прачечной нужны 3 предохранителя. Предохранителя? 3 предохранителя? Охуеть. Даже 2 батарейки дали. Живой? Ты живой, блядь? Давай посмотрим на предохранители. Как тут все. Обгорело-то, блядь. Так, хорошо. Давайте искать предохранители. В прачечной в какой-то, блядь. Закрыто? Ну да, это же та самая дверь, из которой как бы я, блядь, пришел. Так, пацаны тут ритуалы проводят. Driving. He nails. Охуенно. Так, ладно. He nails, привет. Че, вы тут опять кого-то на кресте, блядь, жгете? Так, хорошо. А предохранители-то где взять? Идеи, идеи, пацаны. Окей, я понял. Проверяющий пришел. Ты не голый? Нет, ты в одежде, как ни странно, блядь. Так, предохранитель, где он может быть? Съебался? Are you съебейшен от меня? Так, окей, давай пока заставим эту херню, чтобы это говно не могло сюда больше попасть. Есть контакт? Отлично. Теперь давайте искать предохранитель, который здесь может быть. Куда его могут положить? Драйвен. Его тебе в задницу засунули, чувак, или чё? Вроде без предохранителя ты тут. Так, окей. Блять, а где он может быть? На кровати же он не будет стоять, правильно?
Или в этой комнате вообще нет предохранителя? То есть эта комната просто наполненная крепотой и больше ничем, да? Ну, допустим, хули бы нет. Так, ладно, открывай тогда. Да подожди ты, открой, открой. Там Гавриил один бегает. Сейчас попробуем его завалить чем-нибудь. Гавр, ты тут? Проверяльщик хуев. Так, окей. Гавр идет, тихо. Засядь. Ёбнутые. Ёбнутые люди, блядь. Так, окей. Я понял. Вроде никто не идет. В чем проблема? Ну, тут есть шкафчик, допустим. Хоба, и все. Но он не потребуется пока. Гавр ушел. Хорошо. Так. Оба. Оба. Оба, оба, оба. Привет. Все, Гавр ломится, я понял, блядь. Так, хорошо. Почему Гавр, хуй поймешь вообще? Батареек у нас прям жопой жуй, смотри, как их много дают здесь. С батарейками проблем вообще у нас не будет с вами, пацаны. Вообще проблем не будет. Проблемосов прям не будет. Все, Гавр, ты не зайдешь. Ни за что, блядь. Так, хорошо. Давайте чекать. Три предохранителя каких-то надо, короче, найти. Целых три. Прикиньте. А что вообще они из себя представляют, эти предохранители? Я не могу понять. То есть я вторую комнату подряд прихожу, и я не вижу предохранителей тут. Я вижу ребят, которые отдыхают, блядь, и все. Что-то здесь? Нет. Я просто реально подзабыл, где эти предохранители и что они дают. Окей. Invite to murder. Приглашение убить. Звучит как фильм, блядь. Предохранители. Какие нахуй предохранители, сэр? Так, ладно. Перезарядись. Напряжненько. Напряжненько, но можненько, я думаю. Как-нибудь. Как-нибудь можненько. Хоть и напряжненько. Так, тут дверь Гавр выбил. Хорошо. Закрыто. Сик. Ой, блядь! Так, ну парень не трогает меня, значит все нормально. А, все, начал трогать. Ты, блядь, говно умалишенное. Где эти генераторы-то искать? Ты можешь мне показать, Сик? Пошел нахуй тогда. О, блядь, его друг пришел, педик. Так, хорошо. Простите, Сики, идите нахуй от меня. Так. Я вас не трогал, вы меня не трогайте, пожалуйста. Давайте по-хорошему. Друг друга не будем трогать. Ну, допустим, я спрятался. Заткни ебало свое.
И не разговаривай, блядь. Так, окей. Какие нахуй генераторы им нужны, я ничего не пойму. А, да, то есть... Все настолько нормально, да, было в этой игре? Окей. Я их уже типа собрал? А, это не батарейки, блядь, были, а генератор, ёб твою мать. А, еба, ключ-то тут был. Ебать, я конь. Ключ просто был. Вау, 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 блядь, иди нахуй. Теперь я, блядь, запутался, куда мне идти, пиздец. Надо лестницу найти срочно. Кто там этот охлоёб ходит? Так, надо лестницу найти. Срочно, срочно, лестница. Лестница, лестница. Где ж ты, блядина, бля? Где ты, блядина, бля? А чё, это не универсальный ключ от всего, что ли? Ебаная истеричка, пошла нахуй! Я ушел от тебя, шалава! Все, его нету. Ебать, так ладно. Вот это ключ, правильно? Ну конечно, блядь. Пиздец, блядь. А, то есть такое даже бывает, да? А, о, нихуя ты прыгаешь, классно. Follow the blood. Следуй по крови. Сейчас попробуем. Попробуем по крови последовать. До следующего сохранения, по крайней мере. Че, не туда, что ли? Ну, допустим. Ну, вон, парни ходят, что-то мутят, хуйню какую-то. Мужичок, все нормально, я сверху. Можешь не долбиться. Окей. Сохранение прошло. Ладно, друзья, давайте на этом закончим. С вами был Влад Шима. Сегодня, блядь, прям ебанутая серия какая-то, но насыщенная. Подписывайся, ставь лайк и до новых встреч.